Друзья, всем привет! Сейчас хочу вам показать, что у меня в холодильнике. Короче, у меня в холодильнике сегодня ни хера нету. Видите, банка тушенки, банка аджики, хлеб. Короче, 3 яйца. Морковка, 1 лук. Так, посмотрим, что у нас в морозилке, да? В морозилке у нас... Что тут? А, в морозилке осталась курочка. Там курица есть. На кусочки порезана. Так, и здесь тоже пусто. Короче, бывают такие периоды жизни, друзья, когда холодильник пустой. Вот. Но у меня, правда, еще картошка есть, могу себе картошечки пожарить. Вот, а так, конечно, надо идти в магазин за продуктами. Вот так вот.